Вот сколько шерсти начесала со своей собаки производительница пуха драгоценного. Самоедская шерсть на вес золота. Гипоаллерген, очень теплая. Подшерсток очень мягкий, не колючий, не пахнет, белая. А вот здесь уже начесанная у меня шерсть. Вот прялочка. За этой прялочкой я работаю и приду собачью шерсть. Клубочки. Вот такие вот уже. Готовая шерсть. Можно вязать. Позже покажу изделия, которые связаны мной из этой пушистой драгоценной шерсти.